Paredes, Arbili Gordon Gainers, Sumen Kunik Rolaina, Pumbu Tabor Marzic, Alexander Kalkan, Vima Muria Sulisa, Skazbu Marzic, Kosif Pavlos Nelimasin, and you take that then Arceles, Purba Promachi. Матч достаточно интересный был, борьбы много было, и атак много было с обеих сторон. Мы все-таки, наверное, больше контролировали мяч, и угроз больше создавали, и были стопроцентные моменты. Вот. Но не забили и допустили две ошибки, связанные с пенальти, хотя первого пенальти близко не было. Даже судья сам объясняет, я думал, он скажет, ногой заделал, он говорит, ногой он руку положил на тело. Ну и надо сказать, что судейство сегодня было безобразнейшее. Вообще, даже за симуляцию в штрафную только дают, как правило. Где-то ты упал, там, ну, толчок никогда не дают. Здесь он сразу побежал вот к Эрику, который не сам упал. Он сразу карточку дал. Он играет с рукой, извините. А? Он играет с рукой, взял мяч, и поэтому... Да не, он сразу бежал за то, что ты мне рассказываешь. Он дал за симуляцию. Ну, вот поэтому я очень... И как нас встретили здесь, так и судили нам. Потому что нас минут 10 держали, команду не пускали в раздевалку. Охрана. Причем тут охрана? Есть же эти представители федерации, инспектор, там, делегат. Вы нас не пускали, уже я заорал, начали тогда, запустили. Вот. А если брать игру, игра достаточно интересная была. И Лори хорошо, они играют, так, комбинационный футбол. Нацелим на атаку, и мы тоже играем, поэтому матч сам по себе интересный был. Хо, хандипума это киреш, карла масли горме кабли шатин, тирим бентайкин, я в уней карл току сану супахет, горон чирятрин. Схарвелен кирку анкам, шанакале ерку таст мек медранот, свори цара чини тен ханапес самадзайн чем. Я в ете ханапес совуракан мрцавара разнац, марзича разнацрес мрцавару цуны, ворайс хаун хайтаракер. Ինչպես դիմավորեցին թիմը, այդպես էլ դատեցին, քանի որ մենք չենք կարողացել 10 րոպե մտնել հանդերձարան և միայն մարզիչի բղավելուց հետո են դուրս տվել, չնայած այն դեպքում, երբ որ այստեղ կային և ֆեդերացիայի ներկայացուցիչներ, ինչ որ խոսում էին անվտանգության, աշխատակիցները պետք է գան, չգիտեմ ինչ, և 10 րոպե պահել են թիմին անիմաստ դրսում, և եթե ընդհանրապես դեղին симуляции համար տալիս են տուգանային հարված այս դեպքում մրցավարը Էրիկի հետ դեպքում տեսեք որ մի անգամից վազեց դեպի Էրիկը եւ դեղինքար ցույց տվեց նրան եւ իսկ ընդհանուր առմամբ խաղի մասով հետաքրքիր խաղեր Դորին էլ լավ էր խաղում սակայն մրցավարությունը խայտառակ վատն էր հարցեր կարելի ասել ծախողեց առաջին շրջանը մարզիչը տեսնում էի Почти уже первый круг подошел к концу, подходит к концу. Видите... Уже второй начался. Ну, первый подошел к концу. Ну, да. Видите ли вы свою вину в поражениях и в такой игре? Ну, всегда, когда выигрывают игроки, а когда проигрывают тренер. Естественно, надо где-то. Ну, и надо сказать, здесь у нас есть проблема в том плане, что все-таки по сравнению с прошлым годом состав изменился. С прошлого года ну, человек 9 осталось, поэтому новички пришли, молодые ребята пришли. Вот Бурзанович сегодня сильно сыграл, я считаю, очень хорошо. Вот. А так вроде он как бы еще нужно было просмотреть всех. А потом в этом есть проблема. Плюс мы взяли Ива, Араза, Озбилиса. Тоже еще нужно время для подготовки, потому что они длительное время не тренировались. Так же, как и Соломон, сегодня он сыграл очень хорошо. А те игры, ну так еще, не был готов, наверное, функционально, поэтому, естественно, какие-то ошибки допускал сегодня, практически без ошибок сыграл. Вот на том уровне, на котором как бы, мы его на сборах брали, смотрели на сборах, потом он на 2 месяца пропал в том плане, что ему не разрешали, у него контракт заканчивался уже в конце августа, он поэтому ждал контракт 2 месяца практически, ну так, самостоятельно готовился. Вот, поэтому тоже нужно время, чтобы он подготовился. Но сегодня и уже раз... уже так близок к тому, чтобы в хорошей форме быть уже. Вот так по мастерству, конечно, он здесь вообще вопрос нет, но все равно к мастерству нужна функция, функциональная готовность. Вот, поэтому, естественно, вот сегодня мы борьбу выдержали, и борьбу навязывали, и хорошо он даже вот в раздевалке ребятам сказал, если так же будем бороться, мы будем все обыгрывать всех. Ну, это действительно так. Потому что сейчас футбол немножко другой, на одной технике, там даже Барселона не может играть. Вот. Нужна борьба, единоборство, значит, движение хорошее. Поэтому вот это все складывается. Тогда и игра проявляется.
Если этих качеств нет, то, конечно, игра тоже не проявляется. Երբ հաղթում է թիմը, ասում են, որ ֆուտբոլիստներն են հաղթում, երբ պարտվում է թիմը, ասում են, մարզիչի մեղքն է, սա բնական երևույթ է։ Բնականաբար ասեմ, որ երբ որ ես թիմը վերցրի, մենք նոր ֆուտբոլիստներ վերցրեցինք, որոնց համար ժամանակ էր պետք իրենց լավագույն մարզավիճակը ձեռք բերելու համար։ Այսօր լավ խաղացի Բուրզանովիչը, Իվուն Արազը, նրանք ճիշտ է, այսօր լավ խաղաց նաև Սալամոնը, Արազը արդեն մոտենում էր լավագույն մարզավիճակին, ինչքան էլ նա տաղանդավոր է, պետք է մարզավիճակ ձեռք բերելու համար ժամանակ, որ հիմա կարծես թե բոլորը կամաց-կամաց գտնում են իրենց, և Սալամոնի մասին առանձին խոսեց մարզիչը, որ նա երկու ամիս անհատական ծրագրով ինքնուրույն էր մարզվում, քանի որ խնդիր ուներ պայմանագրի հետ կապված, մինչև թիմին միանալը, և ես այսօր էլ հանդերձանում թիմին ասեցի, որ եթե մենք այսպես շարունակենք խաղալ, այսինքն մենք թելադրենք մեր խաղը մրցակիցներին, մենք բոլորին կհաղթենք, և քանի որ միայն տեխնիկայի վրա հույս դնել չի կարելի, անգամ Բարսելոնան չի կարող միայն տեխնիկայի վրա հույս դնելով ախտորակներ տանել շարունակական։ Плюс вот надо сказать, там Станков ведущий, как бы мы его взяли, это один футболист, который был на своем месте, он тоже травму получил. Сегодня мы почему не выпустили сразу Озбилиса и Эрика, потому что им как бы запрещено на искусственном играть, потому что у одного операция колена была, у второго колена есть кое-какие проблемы, вот, поэтому мы их не выпустили. Поэтому такой состав. Ну, зато проверили Бурзановича, который сегодня хорошо сыграл. Մենք ունենք առաջատար ֆուտբոլիստ Ստանկովը, որը ինչ եկել էր թիմ, իր տեղը գտել էր, սակայն նա վնասվածք ուներ, որի պատճառով չէր խաղում։ Էրիկին և Արազին ընդհանրապես արգելված է խաղալ արհեստական խաղադաշտի վրա, և մենք այդ պատճառով նրանց չէինք թողել խաղադաշտ առաջին րոպեներից, և հնարավորություն ստացավ այս կողմին իհարկե Բուրզանովիչը, որ իրեն փելին դուրս է գալիս։ Արդյոք մասնավորի գործում է սուտելում դիտավորություն է նկատում և արդյոք պատրաստում եք դիմելու ժողովրդին։ Видите ли вы намерение, то есть было намерено судейство, а не действовали намеренно, и будете ли вы оспаривать? Не, мы напишем, сейчас там пишут, руководители пишут наши. Нас Лори в том году отобрали очки, что мы не стали чемпионами. Тоже судейская ошибка была. Грубая даже тема. Вы думаете, все это специально делается? Ну, я не могу сказать, я же не следователь. Если я был следователь, я бы разобрался, сказал. Я говорю то, что факт, что я вижу на поле. Я это говорю. А все остальное, это федерация есть, там судейский комитет есть, КДК есть, там много управлений, которые в этом плане должны разбираться. Ես քննի չեմ և չեմ կարող ասել դիտավորություն կացեցի, ես խաղն եմ տեսնում և ըստ խաղի եմ ասում, այդ հարցով զբաղվող կառույցներ կան, որոնք պետք է զբաղվեն։ Я от судей все время страдал, и в России все время страдал. Как бы не занимались судейством, но у нас немножко, особенно когда к медалям подбираешься, здесь начинают сразу останавливать этого. Ես միշտ եմ դուժել դատավորությունից, ինչպես այստեղ, այդպես է Ռուսաստանում, և երբ որ տեսնում են մի քիչ մոտակայքի հասնում են մի վարձույթի, միանգամից սկսում են այսպիսի մրցավորական սխալը։ Այսինքն է դիտավորություն։ Вопрос повторный, то есть это специально делается? Ну, я говорю, я же не знаю, как это... Ну, или он судить не умеет, здесь или специально, или судить не умеет. Ну, во всяком случае, честно говоря, я это... Вообще к судьям никогда. Есть, ну, нормально все, там чуть-чуть симпатии есть. Вот, это ничего страшного. В Советском Союзе вообще с судьями не работали. Ну, было там и в Ереване, там, в Тбилиси, там, Ташкент, это Алма-Ата, там, ну, чуть-чуть симпатии были в стране хозяев всегда. Даже нас раз судил в 80-м году Налбандян. Да. Он хороший судья был. Вот. Ну, там его встретили хорошо, там все, и он 0-0 в грязи играли, еще только снег растаял, и он бегает, его там один человек встречал хорошо, и он говорит, мне пробегает, а 0-0, и в конец матча, он говорит, Саша, возьми мяч, обыграй, упади, а то мне неудобно, меня так встретили хорошо. Вот были симпатии. Ну, а так, вот в Советском Союзе ни разу не было,
На моей памяти, сколько я 9 лет играл в высшей лиге, не было ни разу, чтобы кто-то на судью написал. Потому что судили, честно говорю, были симпатии какие-то, хозяева иногда. Там, ну, там штрафной дадут, в середине дадут, там и такие. А так, чтобы убить, там, там пенальти дать, вообще такого не было. А потом, вот, когда Советский Союз развалился, во всех регионах бывших республик, везде проблемы с судейством. Что Казахстан взять, что Украину взять, что Армению взять, везде, я не знаю, как в Грузии. А так, я знаю, что везде есть прудится. И в России тоже. Вот, чемпионат прошел сколько? 12 туров. Ну, каждый тур уже там по 5-6 таких казусов судейских, что это нельзя разобраться ни. Մրցավարական դիտավորության մասին մասիչն ասաց, որ կամ դատել չգիտի, կամ իսկապես միտումնավոր է ասամենալու, հանրապես այդ խորթային երկրներում մրցավարության այդ խնդիրներ նկատվում են թե Հայաստանում, թե Վրաստանում, թե Ղազախստանում, թե Ուկրաինայում, այսպիսի խնդիրներ չեն եղել ԽՍՀՄ-ի ժամանակ. Մարզիչը հիշեց իր երիտասարդ տարիները, երբ որ նա դեռ ֆուտբոլիստ էր, երբ դրանց հանդիպումը դատում էր Սուրեն Ալվարդյանով, ժամանակին դեռևս մրցավար էր, որ միշտ էլ մրցավարները ունենում են փոքրիկ հավանում են, հա, մի փոքր ավելի լավ են վերաբերում ընդունող թիմին, քանի որ տանտերերն են, և մարզիչը հիշեց, որ երբ Սուրեն Ալվարդյանը դատում էր խաղը, հանդիպումը 0-0 էր, և հենց մրցավարը իրեն ասել է, իբրև թե մի փոքր խաղից դուրս վիճակ կամ չգիտեմ, ինչ-որ մի բան ստեղծիր, որպեսզի ես մի նկատողություն տամ, քանի որ ինձ այստեղ լավ են դիմավորել, անհարմար եմ ինձ զգում, այսինքն մրցավարական վերաբերմունք տակ, ջեն կա ընդունող կողմի։ Հենդիկն Ալբանդյան ներկություն։ Можно можете что-то сказать о будущем? Тюник феноменально играл в матчах Лиги Европы, а потом такие игры. Что от вас ждать и что от вас? Не, ну мы, я считаю, что наладим. Сейчас состав так стабилизируется. Потому что у нас многие изменения произошли. По сравнению с прошлым годом мы ушли те футболисты, которые определяли игру. Вот, тоже Талалай, Овсипиан, там, ну, такие. Вот. Поэтому, я думаю, наладим все. Всегда создавать сложнее. Когда есть стабильный состав, легче работать. Я в том году тоже, как бы стабильный состав был, там Андрей Талаев работал хорошо, я считаю. Вот. И, естественно, мне легко, мне только игру надо было выстроить, и все. А здесь нужно еще распознать игроков, на что способен. Вот Бур заново сегодня поставили, я увидел, да, есть плюс 21 год, есть перспектива. Вот там есть еще Галимов, тоже 20 лет, там есть свои ребята. Вот. Нужно распознать все, потому что это сложный процесс. Плюс подготовить нужно, кто не был на сборах. Ну, почему хорошо в лиге, мы хорошие сборы провели, и как бы нам хватило. Потом пошли замены как-то, и плюс есть футболисты, которые еще не готовы к таким турнирам. Когда игры идут там с 2 на 3, 3 на 4, еще не готовы, понимаешь. Вот поэтому я думаю, вот это все как бы сказалось на результат. Хотя, честно говоря, мы из всех голов, мы и сегодня тоже привезли себе. Что с Араратом Армении играли, тоже себе голы привезли. И где-то реализация... Сегодня тоже могли в первом тайме два хороших было у Мироняна момента, он не забил. А так забей, все. Здесь же, знаете, как забиваешь, уже... Нет проблем. Ошибок не допускаешь. Плюс, я говорю, Соломон пришел там сейчас в паре с Жестоковым играет. Там есть у нас Кристи. Вот, тоже. Ну, есть еще момент нестабильности у них. И поэтому ошибки. Соломон уже, видимо, подошел к уровню. Он сегодня практически безошибочно сыграл. Все, вырвал и в отборе все. Поэтому это, создать команду – это сложно. Հարցը Փյունիկի ներուժի մասին էր, այն թիմը, որը փայլում հանդես եկավ Եվրագավաթներում և բարձրագույն խմբի առաջնությունում տապալում էր ելույթները, մարզիչն ասաց, որ միշտ դժվար է թիմ կառուցել և կառուցելու ընթացքում լավ արդյունքներ ցույց տալ, ավելի հեշտ է, երբ որ արդեն կա ձևավորված թիմ և փոքրիկ փոփոխություններ է պետք անել և արդյունքներ ցույց տալ, դա ավելի հեշտ է լինում։ Մարզիչ առանձին խոսեց այն ֆուտբոլիստների մասին, որոնք նորեկ են, այն ֆուտբոլիստները, որոնք գնացել են թիմից, և նշեց, որ արդեն երևում է, հա, այսպես ասած, լույսը թունելի վերջում, որ բոլոր ֆուտբոլիստները
որոնք համադրել են Թյունիկ, արդեն գտնում են իրենց տեղը եւ ձեռք են բերում լավ մարզավիճակ, եւ եթե Թյունիկը լավ է հանդես գալիս հավաքներից հետո, ապա երբ որ եղավ հավաքներից անցան ժամանակ, եւ պետք եղավ փոփոխություններ անել թե վնասված մարզիկներին, արդեն կանգնեցին խնդիրների առջեւ, որտեղ կառուցված թիմ, որպես այդպեսին դեռևս չկա եւ հիմա նոր-նոր հասնում են այդ գագաթնակետին։ Եվ свой тренерской карьере, но я не считаю Спартак, что там были чемпионами. А вот так все время надо было либо ручать, или создавать. Вот. Но мне все время удавалось и выручать команды, и создавать. Поэтому время какое по-разному. От уровня игроков, от селекции зависит. Ну, от многих качеств. В принципе, мы, ну, у нас нет таких условий, чтобы там любого можно взять или любой будет к нам рваться. Много таких игроков, которые хотели, не сумели взять. Ну, по финансовым соображениям, там, другие команды тоже соперничают, поэтому здесь есть, мы вот взяли так, игрока такого, который встал и играть это с танков. Вот, мы хотели и левую позицию укрепить, хотя, я скажу, Сируб играть стал прибавлять очень сильно. Мы так думали приглашать, но сейчас не знаем, потому что он сегодня очень хорошо сыграл. Ну, и так он так прибавляет, поэтому он занял это место свое. Ну, а зачем нашел спорт, чем на каком именно стартовали тим стартер? Я хочу на свой дрон табель панелить кахун, но я не сказал селекция из футболистов интрусу, футболист не интрусу не лиц, я футболист не либорат не лиц, вон табель жаму на кмену табелен. И так уники масин фосен, а из дыком мельчен карал вецне, мельчун на тиму моим пайман нера, вор болер футболист не лиц, а канон без мод хавар, марши чина шум чимики да финансака, хантинер на тайл хантинер кан, на его лишь акмунер, марцаки цени в санканом зеркале из футболист не лиц, ցանկանում ենք մեր ձախ եզրը ավելի ուժեղացնել, բայց հիմա սերոքը գտել էինք իրեն և լավ եզրում իրեն այդ եզրում, հիմա դեռևս չգիտենք, թե այստեղ ինչ կփոխվի, այսքան։ Всё, до свидания.